Громкий скандал разразился сегодня в Караганде в связи с арестом заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области Кенжетая Атагулова. Больше полусотни человек пришли к зданию спецпрокуратуры, чтобы выразить несогласие с задержанием полицейского. Атагулова арестовали на 3 суток в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий. Речь идет о деле 5-летней давности, когда при задержании жителю Балхаша якобы подбросили наркотики. При задержании господина Маженова у него было обнаружено наркотические вещества. Вот. На данный момент господин Маженов оправдан. Оправдан. И сейчас на данный момент почему-то в части этого эпизода задерживают моего братишку. Родственники задержанного недоумевают, почему арестовали только Кенжетая Атагулова, который в 2007 году был лишь оперативным работником, прикрепленным к следственной группе. В спецпрокуратуре пообещали установить степень вины и других полицейских, причастных к вышеуказанному.